Будьте здоровы! Отрасль здравоохранения республики в этом году ждут большие перемены. И связано это прежде всего с масштабными планами по строительству и реконструкции ключевых медицинских учреждений, привлечением в профессию молодых специалистов, серьезной социальной поддержкой медработников и, главное, обеспечением каждого жителя республики правом на получение полноценного комплекса медицинских услуг. Эти темы обсуждались сегодня на встрече главы МРЭЛ Леонида Маркелова с заместителем председателя правительства, министром здравоохранения республики Владимиром Шишкиным. Один из первых вопросов встречи – что делается профильным министерством по созданию современного амбулаторно-поликлинического комплекса на берегу Малой Кокшаги. Здесь первый пусковой комплекс у нас – это детская поликлиника, которую надо не только построить и предоставить новые площади, но еще и оснастить оборудованием. И требования Леонида Игоревича, чтобы там было комфортно и детям, и родителям, и, самое главное, персоналу было комфортно там работать. Следующий объект, который мы должны сдать в 2013 году, ну, край – наверное. Но в этом году мы должны знать, это онкологический корпус радиотерапевтический. На сегодняшний день оборудование все поступило, заканчиваются отделочные работы, и мы должны, как только погода позволит, высушим стены, перейдем к монтированию этого оборудования в онкодиспансере. Глава Минздрава доложил руководителю региона о том, что в МРЭЛ наблюдается устойчивый рост рождаемости. И в республике уже давно назрел вопрос о расширении площадей и улучшении материально-технической базы перинатального центра. Его реконструкция начнется сразу после утверждения проектно-сметной документации. Сейчас ведется ее подготовка. Ориентировочная сумма средств, необходимая на реконструкцию, это около 1 миллиарда рублей. Поэтому сегодня мы с проектным институтом Гипроздрав работаем над тем, чтобы выработать идеологию реконструкции, позволяющую в течение нескольких лет потом нам реализовать этот план, чтобы иметь современный, отвечающий санитарным нормам, перинатальный центр, который бы мог оказать помощь всем беременным женщинам, роженицам республики. Еще один важный для республики вопрос – снижение уровня травматизма и смертности в результате ДТП. С этой целью Леонид Маркелов поставил перед Министерством здравоохранения задачу по укреплению службы скорой помощи в рамках реализации программы «Безопасность дорожного движения», запланированной также на 2013 год.